Силовики накрыли подпольный склад с подозрительным алкоголем. Изъяли почти 5000 коробок паленки. Это помещение в Аргаярском районе теперь опечатано. Накануне здесь провели следственные действия. В ходе проверки служители закона насчитали почти 90 тысяч бутылок с алкоголем. Причем спиртная продукция не имела акцизов, а значит, скорее всего, произведена кустарно. Что лили в них, еще предстоит установить экспертизе. Но чтобы продать все это, самогонщики прикрывались известными брендами. Причем не всегда элитными. Контрафакт продавали под брендом недорогого алкоголя. Изъятое направленное исследование в экспертно-криминалистический центр Главного управления МВД области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное использование средств индивидуализации товаров. Владельцев склада сейчас устанавливают. Также полиция ищет завод, на котором подпольно все это и готовилось.